Уважаемые жители Ульяновской области, я от всей души поздравляю вас с новогодними праздниками и Рождеством. Новогодние праздники – это всегда особое событие для каждого из нас. Новогодние праздники мы проводим в кругу близких и родных. Уходящий год выдался для нас непростым. Мы протянули руку помощи жителям Луганской и Донецкой республики, направляли им медикаменты, продовольствие и многое другое. Таким образом, мы еще раз доказали, что в трудных ситуациях важно единство и командная работа. На фоне этого мы проделали достаточно большую работу в направлении развития здравоохранения. Приобретено много единиц медицинского оборудования, отремонтированы поликлиники, построены новые объекты здравоохранения, новые фельдшерско-акушерские пункты. Но это не предел. Новый год позволит нам развиваться далее. И я хочу пожелать вам отметить эти праздники со своими родными и близкими, а тем, кто находится на рабочем месте, у операционного стола, в машине скорой помощи или на других рабочих местах. Пусть ваше рабочее время будет спокойным, и дежурства ваши будут спокойными. В новом году я хочу пожелать вам здоровья, благополучия, успехов, новых достижений и, самое главное, благополучия, тепла и уюта в вашем доме и в ваших семьях. С Новым годом!